Парк санитарных машин в Приморье пополнился 29 автобусами «Соболь». Новые автомобили предназначены для доставки бригад врачей на дом к пациентам, перевозки амбулаторных больных из отдаленных сел в поликлиники, в том числе для прохождения диспансеризации. Также эти машины задействуют для перевозки медикаментов. Мы знаем, что у нас есть, конечно, проблемы, связанные прежде всего с кадровым обеспечением, особенно первичного звена. И мы тоже не стоим на месте, мы должны сделать за 2-3 года все вместе с вами, уважаемые главврачи, с вашими коллективами, всем, чтобы молодежь и молодые специалисты, врачи из других регионов увидели перспективу работы здесь в Приволжском здравоохранении. Отметим, новая техника приобретена в рамках федеральной программы модернизации первичного звена. Это уже не первая партия санитарных машин. В начале июля больницы Приморья получили 42 автомобиля. За 5 лет реализации программы в край поступят 343 автомобиля. Из них 307 в качестве дооснащения. Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.